В новой школе детям помогут сменить игры, убивающие время, на настоящие спортивные дисциплины. Юноши и девушки будут общаться не только в виртуальном мире, но и в реальности. В программе мастер-классы с профессиональными игроками, занятия с психологами и другими экспертами. Организаторы проекта обещают, будет интересно. Само собой, оно не будет мешать школьному процессу учебному. Занятие будет проходить 3 раза в неделю, вечером, ориентировочно с 6 до 8 вечера, на базе компьютерного клуба. Набор в кибершколу уже ведется, заявки ждут от мальчиков и девочек старше 14 лет. Обучение бесплатное. Школа откроется в начале осени. Больше информации можно узнать на сайте Курского отделения Федерации компьютерного спорта России.